Так, ребят, все, через 3 минуты вернусь я к вам. На Кунг-Фу Капе у нас, я так понимаю, Европа, первый сервер. Так, ребят, короче, сейчас я стрим переименую, подождите немножечко. Кажется, Америка сперва будет. Так, поменяли местами Снута с Ютермалом. Сначала Солар против Шоутайма будет у нас матч, как я понял. Да, все здесь у нас. Сейчас я на Team Liquid стрим добавлю быстренько. Давайте посмотрим, что нас сегодня ждет. А ждет нас сегодня Кунг-Фу Кап, как я уже и говорил. Короче, Solar против Showtime, матч лузеров, первый матч. И Снут Ютермал у нас сегодня будет. Один матч полуфинала Венеров, все это финал Венеров попадет, Снут либо Ютермал. Ну а Solar против Showtime. Либо Solar выбьет Showtime, и тут корейцы одни пойдут далее. Либо у нас, собственно говоря, Шоутаймщик Солдер это отправит лузера, хотя я очень сильно сомневаюсь. Ставки везде есть, кстати говоря. Ставки везде есть. Солдер абсолютный фаворит здесь. И ну Шоутайм, я не знаю, Шоутайм точно должен хотя бы карту взять, я так думаю. Ну да, то, что Солдер фаворит, то, наверное, верно. Единственное, что американский сервер. Хотя хз, тут даже насчет карт. Ну, поверим в Солара. Ну, на самом деле, если Showtime выиграет, то я не против потерять все эти, на самом деле, условные единицы.
Так, сейчас быстренько переименую. Все-таки игра по факту другая будет. Привет, Альварес. Всем привет, кто недавно подошел. Так, ну что, черкаются карты уже здесь. Так, а что у нас, кстати, Бо-5? У нас Бо-5, два матча Бо-5 у нас везде. Так, ну что, ждем инвайта. Пошел инвайт.
Кстати, Do You Cup у нас еще идет сегодня. А что на Дую Капе? Ну, кстати, ничего, такой состав. Можно будет на Дую Кап ворваться еще сегодня. Больше ничего особо не присутствует сегодня. Так что, наверное, вечерком-то я отдохну. Подустал уже стримить за последние дни. Так, ну что, пару минуточек до начала осталось. Я думаю, что сейчас уже начнут. Что-то... Так, wait a minute, это... А, что-то там хочет сделать, не знаю, что хочет сделать. Ну что, поехали, наконец-таки. Шоутайм против Солара. Первая карта Храм во льдах. Начинается игра, погнали. Выиграет Solar, скорее всего, хотя может помешать то, что сервер американский. Вот. Ну, Showtime неплохо отыграл, очень даже с Тиваем. Две карты взял, ну тот АВП было. Посмотрим, что с Solar будет. Вполне возможно, что достойную игру покажет Showtime. Так, интересное расположение пилона, кстати, на этой карте. Сейчас посмотрим, что за застройка, мне надо бы застроек, на самом деле, перенять грамотно, потому что на некоторых картах у меня они отсутствуют, в принципе, грамотные практически.
Так, гейт газ у шоутайма. Здесь будет где-то кибернетка поставлена и стенка будет. А где она? А, вот она вот так вот. Гайте, зачем пилон перед застройкой-то, я не понимаю. Ну что, пробочка ставит пилон, вторую хатку не заказать. Солар заказывает вторую на третьей хате и газпул ставит, естественно. Ну а шоутайм после гейта заказывает Nexus. Что, интересно, и билда, конечно, тут где у нас кибернетчика? Вот так вот, что ли, она будет стоять? И здесь проход будет, видимо. Нет, вообще вот так вот она. И вот проход у нас. Не знаю, вот такую застройку первый раз я вижу, и что-то мне она не очень нравится. Пилон спереди очень сильно выдается. Да и гей здесь как-то, наверное, лучше вот так вот ставить, чтобы здесь пространство больше было. Зачем вот именно вот так вот здание ставить? Ну, хз. Нужно смотреть другие, либо самому придумать. Здесь третья хатка пошла. Так, королева инъекцию делает. И спускается куда? Ко второй уже спускается. На третий новая королева и на мейне новая королева. Здесь у нас адептик и вар бустится. Я вижу твайлайт очень-очень ранее ушел тайма на мейн. Но это явно скорость атаки адептом, я так понимаю. Вот, пред атак. Да, скорость атаки адептом, гиты добавляются. Ну, тут овер подлетает, кстати говоря, второй овер прекрасно видит буст варпа. Адепту уже на рампу пора поставить, рабочих направить на минералы. Видит прекрасно соло, что вот эти минералы не добываются, значит, рабов маловато здесь. И понимаешь, что-то здесь агрессивное, скорее всего, будет. Причем вот такой выход в адептов, он без сталкеров идет в основном. Задержка 3 минуты, помните, через 3 минуты только услышите меня. А так, я тебе говорю. Ну и Беллинг Нест пошел. Ага. Без роучи с Беллингами собирается Солар адептов принимать. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Я пока, честно говоря, не могу понять, что из этого должно выйти. Нет там никаких камней в ладере, там точно так же камни, как и здесь стоят. И камни всегда под рампой стоят, а не сверху, вот здесь вот. Так, еще один пилончик пошел. Адепт телепортирует вперед, здесь несколько беллингов. Уже нет, то есть когда-то был, там действительно камни были. Но я, кстати, не обращал внимания, потому что я-то не так давно начал поигрывать здесь. Буквально несколько дней еще отыграл. Более-менее так подолгу. Так, адептов сплит неплохой сейчас от шоутайма. Телепортируют адептов. Так, уходит он сейчас ими или что он делает, не понимаю. Да, уходит адептами. И, кстати, мог бы здесь еще развалить и королеву, и линку. Хотя здесь прирост уже у Солара выходил. Но по рабам шоутайм в плюсе. Адептиков новых заводит сейчас. Проблема в том... Так, плюс один на воздух и два старгита пошли. Овера бы не мешало бы на самом деле сбить, а сейчас можно было бы и оверчаш не жалеть поставить. Сейчас. Так, телепортируется шоутайм адептами своими к третьей базе. Вот и не идеальный сплит, можно было бы еще лучше расплитить, чем шоутайм сейчас расплитил. Ну так, более-менее, что-то тут разменялся. Ну, с лингами разменялся-то фактически, дронов не погибло. Адепты уходят назад или... Так, 5 дронов за все врывы погибло в итоге. Здесь у нас что-то линги адепты принимают. Сзади адептики отдаются. 2 штучки. 2 уходят домой сейчас спокойно.
Один из дома здесь телепортировался, третий. Ну что, тут Беллингбаст от Сулара идет. Способен ли Шоутайм его принять? Так, ну, два пилона есть перестраховочных. То есть нужно сплетануть просто сады. Так, видит Беллинга одного. С другой стороны Беллинги Сулара заходят. Так, нужно сплетануть адептов. Ё-моё, до этого сплетил нормально, а тут сплетануть элементарно не получилось. Шоутайм. Ну, по лимит пока не сильно проседает, на самом деле. И уже Феникс из плюс один сейчас очень-очень много будет. Так, Ютермал против Снута, кто фаворит? Ну, несмотря на то, что Снут 3-0 зестов хлам раскатал на этом турнире, что у многих вызвало гигантские там подозрения всякие, я думаю, что Ютермал способен вполне Снута убить, потому что у него в последнее время очень неплохие игры демонстрируются, да и ТВЗ у него хорошее. И играть будут на Евро, то есть пинг будет замечательный для... Так, здесь Беллинга можно бы поднять, уничтожить, что и делает... Шоутайм в итоге, Беллинг уничтожен. 2 первых гидралиска у Солара я вижу в продакшне. Ура вам, Солар, конечно, в плюсе. 70 у него рабочих вообще. Шоутайм залетает, тут харасит с газа рабочих очень неплохо сейчас. Еще 2 феникса прилетает. Гидру, если по очереди криво будет выходить, можно бы на самом деле и попринимать бы было, но... Солар прячет гидру грамотно сейчас, минеральная линия. За спорками, за королевами. Еще 9 гидралисков строится. Ну это гидра линга беллинга пуш. Получается, гидралиск вылезает. Развернуться? Нет, нечем развернуться. Нет энергии у фениксов, к сожалению. Вот сейчас 50 только появилось. Вот гидралиск один тут бежал. Ну, кстати, нет, фениксов 80, гидралов уже много. Если бы по очереди их ловить, то другое дело. Так не получится. Третий Нексус практически готов у Шоутайма. И два руба ставится. Вот честно говоря, вот ты летаешь, вот видно же, что линга гидра Беллинги здесь. Неужели лучше, чем два руба, ничего до сих пор не придумано и нету ничего лучше, чем два руба вот, против этого билда? Ведь иммортлы, они ни по кому бонуса там не имеют. Да, они жирные, конечно, но вот это минус, конечно, через адептов игры. Хотя, с другой стороны, плюс в том, что они действительно с имморталами очень хорошо миксуются, но минус в том, что архонов тяжело добавлять. Хотя, с другой стороны, линга архона это такой очень тонкий микс, то есть, если там чуть-чуть не сконтролил, то можно в хлам разлететься от гидры. Так, фениксы улетают, линга гидра идет вперед от Солара, Шоутайм видит, в каком направлении она идет. Нужно полетать, тут оверов подбривать, вот они летают, халявные оверы, блин. Ну Шоутайм вместо того, чтобы нормально залететь, прилетел вот сюда и полетит сейчас назад отбиваться. Ну таких мувов не должно быть бесполезных. Все мувы должны быть полезными. Здесь опс висит, который видит направление удара сейчас Шоутайма. Гейтов, так, парочку еще добавляется, два уже открывается, еще сейчас пилонов очень много у Шоутайма. Собирается встречать данный пуш. Так, пилды хорошие, очень пошли. Иммортлы пока живут. Очень быстро был уничтожен пилон, на котором оверчаж стоял. Еще один оверчаж выставляет Шоутайм. Гидру очень хорошо поднимает. Беллинги вкатываются в иммортла. Кстати говоря, иммортл там хорошо затанковал. Фронт очень сильно растянут Солара. И Шоутайм, кажется, даже неплохо очень дерется. Феникса вполне достаточно, чтобы практически все здесь поднять. Сентри одна дома стоит. Сентрю можно было бы взять бы и помочь бы на самом деле в обороне. Даварп, Зилков, здесь одна фотонка всего лишь, все, что есть. Но Даварп еще Зилков, и по лимиту 110-117, видите, как Солар хорошо отбивается. Иммортл устроится. Ну, тут четвертая хата есть, и потенциал для дальнейшего пуша, в принципе, присутствует. Так, еще плюс 2 иммортла строятся. Здесь 4-й Никс. 2 линга прибегает, минус пробка сейчас будет. Ну,
фотоночку запилить, либо адепта какого-нибудь туда поставить надо было. Шоутайм, наверное, добавляются архоны. Все, свич с адептов произошел, зелки уже с чажем. Что, кстати, за грейды есть? Блинка нету, только скорость атаки адептом и чаж. Фениксы летают, харасят, фениксы все живы. Здесь грейды, посмотрите, нулевые просто у Солара сейчас. Два гидралиска шоутайм прилетел, подрезал. Вот только сейчас первая атака будет, тут вторая уже делается. Шторм поздний заказан, сначала архонов пару слил у нас. Шоутайм и только потом заказал шторм. 10 люркеров заказано. Вот это очень опасно, то есть сейчас очень жиденький такой микс для протоса получается. Причем боится шоутайм этого налома, то есть добавляет еще архонов. Пару плюс пилонов, но проблема люры в том, что если дать ей стационарно сейчас ворваться сюда просто, закопаться, занять позицию, то проблемы будут гигантские у шоутайма. И он может вообще ее не вытеснить отсюда. Но на муве встречать он тоже ведь не знал, что там происходит. Все, люра приходит, смотрите. Знаете, сколько люры? Какое гигантское количество. Пробок нужно уводить сразу же отсюда. Белки под ударами люры тут гибнут. Вообще достает очень далеко. Что ж ты делаешь-то, шоутайм? Имморталов, конечно, много, и лимит хороший у шоутайма, но... Люру так подпустить, это было ошибкой, нужно сзади как-то обходить, я не знаю, пытаться. Фениксов отдавать нельзя, они это ключевой юнит, они должны будут поднимать эту люру сейчас. Здесь камни одни не пробиты, ошибка, фронт будет узкий, Солар зачем пробивает, ему здесь копаться, и вот в такой узкий проход лезть. Шторма нету, сплэша нету, наоборот, лучше концентрировать та ядро на люре сверху. Так, пробивает Солар камни. Будет врываться? Да, должен врываться сейчас. Зелки где-то сзади дежурят, к врыву готовятся. Филды пошли, филды не идеальны, но сейчас несколько беллингов. Пошли, сентри убили. Так, точнее, Солар там же пятую хатку ставит, сейчас шоутайм. Тут несколько гидральсков, 5 штучек ловят в центре. И Солар, кажется, отступать решил. Да, решил отступать, лимиты абсолютно одинаковые. Здесь у нас феникс какой-то наверх полетели. А что здесь? Здесь много оверов можно захарасить сейчас. Кстати, оверы без муву вообще абсолютно. Какие рабочие он оверы королевы ходят? Шоутайм рабочих под спорту полетел убивать. Рабочих действительно много развалил. 13 штук. Ну, как мне кажется, оверов не менее важно было бы вот этих выбить и королеву. Так, четвертый Нексус ставится. Имморталов, конечно, просто замечательное количество. Здесь 10 имморталов сейчас у шоутайма. Можно завести архончиков с этими зелками. То есть чисто зелков повел шоутайм. Это ошибка, здесь беллингов очень много. Нужно бы что-то в саппорт, им поддержку было бы прислать бы туда. Но прислать было нечего. Четвертый Нексус сейчас шоутайм может потерять, потому что пошел отбивать нижний третий. Нужно зайти сверху сейчас, нормальную позицию занять. Четвертый Никс падает, там еще и Мортлы куда-то забрались. У шоутайма сумбур и разброд начинается. Чуть поднимаем сейчас. Да, Нексус теряет и здесь запустил оппонента прямо под базу свою. Уходит Солар сейчас. Нужно ловить Феникса, Люру. Все, что-то нужно ловить вообще. Ну, тут Гидра прикроет Люру, ничего не поделаешь. Так, гидралиски поднимаются. Ошибка от шоутайма. Штормы проходят, конечно, неплохие штормы, но Нексус потерял. Потерял лимит, сразу скатился за 157. Это печально. И шоутайм понимает, что ничего кроме как ломиться ему не остается. Лимит, кстати, почти одинаковый здесь. Грейды у Солара, правда, вторая атака только. Ну, сейчас грейды равные станут, получается. Филды хорошие от шоутайма пошли. Ну, как хорошие, не так уж много он за счет этих филдов и отжал юнитов. Есть ли Оракул и Ревелейшн? Хороший вопрос. Оракул висит, Ревелейшн нужно кинуть, только при таком условии можно в лоб будет наламываться. Так, пока контроль от шоутайма хорош. 4 зелка забегают на дальнюю базу. Здесь фениксы стоят, зелки врываются. Но Солар заметил, а чем он зелков? Да и Ксилнага не законтролил, потому что вот зелков и заметил Солар сейчас. Так, заходят зелки, королеву срежут сейчас, наверное. Ну, это единственное, что они здесь и срежут. Четвертый Нексус шоутайм восстанавливает. По лимиту Солар просел, конечно, немножечко. У Солара
Хайва нету, Солара только Лэйр есть. Здесь сделки. Так, штормовички есть, шторм. Арпонов дополнительных сливай. Сейчас вот оверчаж. Ну, здесь филды еще более. Архончик здесь лингом выдает дэмэджа. Фотоночка рядом есть. Здесь у нас что? Здесь гидра пытается вперед сагриться. Один гидралис дагрился. Хорошая игра. Абсолютно на равнах сейчас бьются. Но 17 муталисков, резкий свич от Солара идет. Но этот свич дает шоу-тайму возможность в лоб хорошо подраться. Получится ли у него зайти нормально? Только нужно нормальным фронтом прийти и хорошо подраться. Так, Ревелейшн кинул сейчас шоу-тайм. Будет ли налом? Хороший вопрос. Фениксы возвращаются. Нужно все вперед брать сейчас. Но только не вот так вот вытянутым идти. Да, вот такой, таким фронтом. Вот таким можно наломиться. Идет шоу-тайм вперед, арпоны заходят, и мы заходим. Люра падает очень быстро. Оракула нужно привести. Два люркера без ревелейшна сейчас висят там абсолютно. Они, то есть, они невидимые, даже больше, чем два, там, четыре, по-моему, было. Базу моментально шоу-тайм вынес. Здесь наламывается линги, наламывается мутка. Мутки очень уже много. Ой-ой-ой, 16-12. Нет, просто с муталисками в итоге шоу-тайма будет не справиться. Вот в чем беда заключается для него. У него просто не будет возможности по мобильности мутку отбивать. Еще 22 муталиска Солар заказывает. Куда столько много-то? А почему бы и нет? Так, зелки приходят, на гидру напрыгивают, гидру отбивают. Феникс и муталиска пытаются поймать. Мазеркор готов, уверчаж мазеркором восстанавливается. Где он там выставляется? Где-то снизу выставляется. Фениксы, ну не надо терять фениксов. Это их хороший очень юнит сейчас против мутки был для шоу-тайма. Но, так, мутку отогнал. Сколько муталов осталось вообще? 32 штуки, это реально большое количество муталисков. Здесь гидрали, скиллинги пытались выбить этот... архивы темпларов, ничего не получилось из этого. Что у шоу-тайма есть в итоге? Два архона, 4 пси-штормовичка, 4 феникса, это очень мало, против 36 муталисков. Ну вот досиделся, пересидел немножечко шоу-тайм, дал возможность выйти оппоненту в мутку, и мутка в итоге очень дико зарешала. Тем более, что зерк на такой слабой экономике, у него тут газ получается, главное минералы копить и мутой летать. Просто не идти в размены все муталисками, грейды 1-1, не идти точнее в налом, в лоб, в размен наоборот идти, и все будет замечательно. Так, два люркера заходят, копаются, ревелейшн кидается, нужно их уничтожить. 10 штурмовички идут, муталиски урвают, феникс, кстати, шоу-тайм подостроил, от мутки, так, по мутке шторм шел неплохой, два старгейта у шоу-тайма работают, между прочим. Нужно что-то на мейн завести, значит, таргеты сейчас будут. Архоны 3 ема заводятся на мейн. Муталиски пытаются уничтожить штурмовиков. Вот они стоят, штурмовички. Ну, шоу-тайм шторм не бережет сейчас. Понятно, беспокоятся. Мутки слишком много. 130 на 160. То, что два старгейта у шоу-тайма есть, я вообще не заметил. Так что фениксов он сможет отмасить и немало на самом деле. И если Солар сейчас муткой этой что-то не сделает, то тогда ситуация будет... Хотя 42 на 7 это, конечно, жесть еще. Все еще шоу-тайм под дикой угрозой уничтожения находится. Залетают муталиски. Минус старгейты. Раз. Феникс минус. Раз. Штормовички приходят отдельно от архонов. Что ж ты делаешь-то, шоу-тайм? Так, шторма, два легли, хорошо. Чин третий. Архончики в стек, залп хороший. Но мутка-то живет вся, она регенится будет. Штормовички заходят. Нужно привести сюда архонов, помочь отбиваться. Архоны помогают. Встал. Так, фениксы улетают, мутку сопровождают, прогоняют. Здесь есть чем ворваться на пятую базу, о которой шоу-тайм вообще не знает в данный момент. Так, зелки что-то пошли, потом ушли. Здесь у нас пришел гидралиск, отдался. Фениксы висят, старгейт лишь один выжил сейчас. Муталиски опять кто-то сверху пытается залететь. И шоу-тайм выходит, кстати говоря, туда наверх. Мутку сейчас встретит он. Так, одних зелков заводит. Да, пытался одних зелков завести, но здесь муталиски рядом, кстати говоря. Фениксы, архоны заходят. Если шторм заходит, нужно идти атаковать, видимо. Что-то внизу оставить можно. 141, 155 лимита, шоу-тайм замечательный накопил сейчас. Но мутка смещается вниз, единственная добывающая база шоу-тайма сейчас может пострадать. Здесь два люркера есть. Ну что ты будешь делать? Два люркера, зелков сейчас всех развалят на халяву просто. А обсервер шоу-тайм сюда не заводит, просто провал. Посмотрите, как зелки падают здесь, это жесть какая-то. Зелки еле живут, здесь мазеркур есть, уверчаш уже выставлять. Уверчаш шоу-тайм выставляет. Ну все, зелков потеряет, это очень минус много лимита сейчас для шоу-тайма. Попался в ловушку Солара. Вот как два люркера. Ну это как типа первый StarCraft. Люру закопал и замечательно. Так,
Зилки принимается просто на ура сейчас. Напряженнейшая игра, и для Шоутайма еще шанс есть. Обсерджер потерял, прилетел. Вообще просто провально сейчас, конечно. Так, еще один Ревелейшн. Мутка встречает, Феникс и Мутку встречают, точнее. Еще один минус Муталис. Роба минусует Солар Шоутайму. Здесь минус Старгейт, Фениксов больше не будет. Шоутайм плывет, нужно сюда было что-то... Я не знаю, ну а как поделишь войска-то? Без обсервера туда не прийти, без... Так, Мутка под Фениксами пытается улететь. Нужен контроль Муталискам, чтобы нормально здесь увести их. Так, штурмовички здесь есть, Фениксов Шоутайм поставил на месте сейчас. Не может Шоутайм... Так, два оверчаржа на Муталиска. Зилки и Мортлы возвращаются домой. Хорошая такая игра получилась, конечно. Ну вот если бы чуть лучше Шоутайм, конечно, готов был к свичу Мутку, могло бы все по-другому сложиться. Но к свичу он готов был так себе. То есть Муталиски все-таки дэмэш нанесли здесь. Ну, в итоге лимиты, конечно, еще пока будут для Шоутайма более-менее. То есть боевой, ну, боевой у Солара 122 получается в данный момент. Шоутайма 90, 30-ка разница, это еще ладно. Так, ну заходить надо. Фениксы прилетают, штормовички здесь есть, Мутка рядом. Агрится Мутка, бегут линги сюда, нужно штормы кидать грамотные. Штормы и минус, все, это провал. Штормовички есть еще? Да, штормы еще кидаются. Мутка Фениксов бомбит, но Фениксов две штучки выжило. Нужно подводить сюда что-то. Здесь у нас Гидра Люра пришла. Все, Солар уже по земле отмасил юнитов часть. Ну, Солар очень грамотно отыгрывает, разводит. Ну, кореец, великолепная игра. Шоутайм, кстати, тоже мне понравилось, как он играл по уровню, но немножечко не хватило. Немножечко не хватило. Так, пошел инвайт.
Ну что, ребят? Ну что, пинг 168, кстати, приемлемый такой пинг сегодня на американском сервере даже. Ну что, два гейта кибернетчика от шоу-тайма. Здесь у нас три хаты пул билд. ПМчики какие? Ну, у Солара побольше. Ну, по идее, два гейта адепты должны вот этот билд напрягать. С одной стороны. С другой, у Зерк Лотви успевает лингов подстроить под это все. И тем более и мув будет как-то. Я не уверен, что адепты что-то вообще сделать смогут. Кстати, это зелок плюс адепты. То есть зелок. А зелок что? Зелок камни собирается пробивать или что? Да, собирается шоу-тайм камни зелком разбомбить. Ну, камни он уничтожит, конечно. Спора нету. По 10 дэмэджа всего за счет трех арморов по камням зелок наносит. Уезжает пробочка домой. Два адепта пойдут вперед, а зелок камни сейчас забомбит. В это время шоу-тайм, видимо, поставит второй и третий Нексус одновременно. Ну, не то, что одновременно, но очень быстро третий будет. То есть нужно ведь как-то нагонять зерга. Здесь 6 лингов заказано. Ну, 2 адепта 6 лингов могут убить, но здесь не побольше, чем 6 даже у Совара будет, получается. Так, Нексус запилен. Заходят адепты. Еще одного линга минусует шоу-тайм. Хорошо лингов тут побомбил. Блин, ну вот как так криво телепортнулся, а, сюда? Можно ж поближе к минеральной линии было телепортнуться немножечко шоу-тайму. Адепт пытается уйти, дроны на добыче. И все не смогли стрельнуть, но на второй базе дроны под ударом зато. Ну так, погонял хорошо Солара шоу-таймчик сейчас. Нужно признать. Здесь у нас один демедженный, так, демедженный рабочий есть, адепт падает, все, адепт и минус, что убил. 6 лингов, 2 дрона, я бы сказал, так себе, конечно, результат, но... рабочие катались при этом у Солара некоторое время. В наглую Солар тут начинает камни грызть, видя, что шоу-тайм заказывает Нексус. А есть шоу-тайм у Мазеркор вообще? Еще не понимаю. Да, где он вообще висит? Вот он около мейна висит. Сейчас пилончик будет готов. Надо отогнать от камней этих назойливых лингов. Но линги будут и на мейне камни шатать. Здесь нужно каких-то ранжовых юнитов подстроить, чтобы они отогнали всю эту сволочь отсюда. Зерговскую. Так, здесь лингов отгоняет шоу-тайм, на мейне что? На мейне линги грызут спокойно. Адепта надо туда поставить, адепт сейчас шоу-тайм поставит. Привет, полупупевший. Экстравагантное место от узбеков из кафе стрим смотреть, конечно. Ну, спасибо, что смотришь. Адепт стоит, адепты, кстати, вот я думал, ренжа-то адепта недостаточно, чтобы через камни простреливать. Вот в чем проблема очень большая заключается. Так, пилончик здесь шоу-тайм ставит. Адептом отогнал вроде как от камней лингов. Фениксами прилетел, два дрончика минуснул. Везде вроде задефился. 48-54 фарабам, экономика замечательная. Ого-гошеньки, го-го. Посмотрите, что шоу-тайм-то делает. Это не просто у нас Феникс с двух старгейтов. Это
либо Феникс из трех старгейтов, либо вообще какой-то свич в армаду интересный. Ну, Фениксов будет явно много сейчас добавлено. Но что дальше? Неужели масс-масс вообще Феникс из трех старгейтов купуют? Или же все-таки с миксом земли, или чисто переход каких-то других старгейтовых юнитов будет? Королеву вторую уже на мейне шоу-тайм поймал сейчас Солару. Очень неплохо. Потери давайте глянем. 975 на 250. Вот вообще потери сейчас хорошие для шоу-тайма, конечно, становятся. Ну, Солар четвертую хатку уже ставит. Правда, камни не пробито совсем. Три Феникса плюсом еще пошло. Ну, пока Влотов не дико сильно обгоняют европейцев, по крайней мере. Вот, посмотрим, что в будущем будет. Ну, сказался тот факт, что, конечно, корейцев на ВЦС больше нет. Европейцы как-то охотнее более тренится стали, у меня такое ощущение. Складывается. Конечно, в общем, Корея сильнее все равно, но не настолько жестко пока. То есть, еще пока лучшие европейцы средних корейцев гоняют, как бы, но лучших корейцев уже, как бы, не гоняют. Все-таки сказывается то, что у них гораздо больше игроков, как бы, и взаимодействие у них гораздо лучше. Ченджлинг идет сюда. Пильни ты его пробкой, ё-моё, или чем-нибудь. Ну, адептом надо убить, значит. Так, здесь адептом вроде как от камней отгоняет, чтоб там... Фениксов уже, ой-ой-ой, просто сколько стало, сколько их стало? 12 плюс 15 штук сейчас будет фениксов. Они все поломятся вперед. Здесь корапторы уже 5 штук запилены, 5 муталисков. Кстати, нужно флит-бикон ставить, наверное, шоу-тайму. А он добавляет 6 гитов, свич в землю сейчас делает интереснейший. Так, корапторов спалят сейчас, корапторов спалят шоу-тайм. Как фениксы, мне интересно, будут вылетать сейчас, в какой момент они будут, точнее, вылетать. Уже 16, да, 16 штук, сейчас 17 фениксов будет. Улетает шоу-тайм домой, пробивает камень, четвертый нексус будет ставить. Нужно снизу-то фениксов выводить, получается. Так, корапторы мутка летят к шоу-тайму сейчас. Залетает мута. Залетают корапторы, на фениксов попадают. Все, ловим, принимаем мясо просто. Корапторов надо принять. Мутку хрен с ней, с этой муткой. Мутка уже не жилец. Нужно корапторов ловить, уничтожать. Вот в чем момент сейчас заключается основной. 10 гидралов у Солара запилено. Все, прилетают фениксы. Корапторов разбомбили в мясо просто. Слишком много этих ребят. Ну, законтроль-то. Законтролил шоу-тайм. На четвертую нужно смещаться. Гидра тут камни принимает, но фениксов столько, что она с гидрой пока в лоб может драться. Эти фениксы могут. Так, залетает. Три гидралиска в минус сейчас. Куда не надо ломиться? Прям на гидру ломится шоу-тайм. Ну, под спорку, под гидру. Ну, ошибка. Ну, шоу-тайм, ну, что ты делаешь-то, ё-моё? На спорку-то куда ты ломишься? Ну, ужасно сейчас. Харазбул, что, блин, взял, отдал просто на ровном месте 7 фениксов. 7, блин. Ни много, ни мало, 7. Это реально. Это реально до хрена что-то. Это ни много ни мало. Это до хрена фениксов. Бренжовая атака сейчас будет готова у Solar Show. Тайм 4 Никс, правда, занял. По лимиту неплохо смотрится. Юры пока нету. Фениксов отгоняет. Solar ядро бегает по разным направлениям. Нужно подшатать. Так, здесь очередная хата. Шоу-тайм при этом выходит на четвертую, видит, что Солар где-то вдалеке находится. Залетает харасить мейн. Солар идет четвертую отбивать. Королева падает, все падает. Хату убей, куда ты там на королеву-то ломишься, Валер? Шоу-тайм пришел разваливаться сейчас. Зачем? Уйди вниз через рампу. Нет, ушел бы, нет. Надо наломиться, надо отдаться, решил. Шоу-тайм наламывается. Ну, в гидру зелки, конечно, грызаются очень нехило, но гидры что-то многовато. Один архончик просто берет и не уходит. Да, варп еще один вот очередной сейчас. Фениксами не шатает одновременно, но вот, я не знаю, либо ты видишь же, что гидра отошла, уйди с рампы сюда, фениксами здесь поднимай и разводи тем самым. Шоу-тайм растерялся, фениксами не шатал, в итоге так, в итоге, да пофиг на две спорки, по двумя спорками можно. Фениксами не шатал, здесь не ушел, зачем-то бой решил принять. Так, вот, да, тип забыл, капа повесить, действительно забыл.
Так, здесь гидра пытается на хайграунд зайти. Ну, кстати, на рампе ее не выбить. Вот в чем проблема. Нужно филды до посинения сейчас ставить. Что и делать? Тут на шоу-тайм врывается на вторую базу. Здесь много дронов. Минусуют. Королеву нужно забрать. Ну, склад столько наподнимал, да не убить фениксом все. Еще феникса отдал. Не одного, а нескольких даже отдал. Ну, постепенный свич идет с фениксов сейчас от шоу-тайма. Очень много зелков, но здесь люркеров уже 11 штук запилено. Но шоу-тайм в наглую заходит сейчас. Куда? В центр-то. Вон сюда, наверх зайди. Так, люру хочет поймать. А есть обсервер с люрой? Да, есть обсервер. Но шоу-тайм стоит, что-то ждет непонятное сейчас абсолютно для меня, если честно. Ну все, сейчас выйдет и отдастся, если пойдет вперед, конечно. Все штормовички спустились. Заходит Солар сейчас вперед. Шоу-тайм видит частью юнитов, где Соло, куда ты, наверх, иди туда, часть зелков, пошли что-нибудь туда, какой провал вообще, блин, Соло пришел, шоу-тайм отжал, на хайграунд зайти не смог просто сейчас, штормовиков отдает на ровном месте, люра двигается вперед, люры не так уж много, сплит, да, а чё боится-то шоу-тайм, обсервер есть, все есть, архонов отдает, все, да, ё-моё, какой вообще шоу-тайм боится, Соло законтролился на мэне. На мэне вроде как зелки отбиваются. Здесь на лом пошел, ждал сейчас фениксов, чтобы люру поднять. Фениксов дождался, но обсервер сзади летает, контроль нулевый. Обсервер пока летал, минус вся армия вообще. Шоу-тайма произошла, все. Да и здесь. И здесь что-то накидывался очень долго, везде долго. Не хватает мультитаска европейцам, такого дичайшего, как у корейцев. Есть это минус шоу-тайм, посмотрите, до заказа 30 гидралов сейчас. Ну, Солар силен, но шоу-тайм-то достойно, а ты мне вот нравится. Он очень четко, вроде как все везде есть, все понимает, но не до контроль. Не до контроль идет. Не хватает что-то. Так, здесь зилки пришли на хайграунд, пытается шоу-тайм там дальнюю базу минуснуть. Ну, здесь гидра есть. Ну, Солар, конечно, играет блестяще, дрончиками подконтролит везде. Каждый момент старается отконтролить. Шоу-тайм перераспределяет армию сюда, куда-то к мейну. Здесь первый темпест готов. А чем он может спасти шоу-тайма? Здесь уже на две части армия расплечена. Так, СЦ-бой. Опять этот СЦ-бой. Так, спасибо, Беломор 19. Сейчас интерфейс обновлю. Это ссылка прямо на интерфейс, я так понимаю. Ну что, шоу-тайм вроде как сдержал атаку в разных направлениях. Но мейн потерял. Да нет, здесь уже беда. Хотя ресурсов, газа, тут архонов можно миллиард наделать. У Солара-то тут юниты не очень грейженные, во-первых. Во-вторых, не такая уж дикая экономика. Все можно было бы еще на самом деле и пошатать под, ну, его. Попробовать. Но это ГГ 2-0. Спасибо, Беломор 19. Сейчас попробую. Я не следил просто за интерфейсами. Так, врываясь в игру, интерфейс обновил, ту, что ты скинул, спасибо тебе. Задержка 3 минуты, не обращал я внимания, вот сейчас обратил.
Все, все здесь, поехали. Привет, Ромаха ТМ. Блин, прошу прощения, запилил рекламу я раньше времени немножечко. Так, что-то случилось. Привет, Рица. Процфроу. Если время брать на все каналы, то чей канал ты больше смотреть будешь, тому и больше плюсов будет. Я уже объяснял систему. Больше плюсов, точнее. То есть есть общий бюджет, который складывается из стоимости общих премиумов. Вот. И делятся между стримерами по количеству человек и часов, как бы. То есть, если ты один канал смотришь, какой-то больше, ему идет все. На данный момент я там на втором месте, но там смешная сумма, где-то 5000 у меня выходит. Вот. По премиумам, по этим общим, даже могу показать. Вот такая вот тема. Ну, тут Миша явный лидер, потому что у него много очень премиумов всегда смотрит, да и много на ГГ-плеере, собственно говоря, сидит людей. Так что вот такое вот дело.
Ну а с общего, а с личного премиума, то есть сразу на канал идет из 80-60 рублей, соответственно. То есть, ну, конечно, личный выгоднее, в принципе, я думаю. Ну, в какие-то месяцы, как-то я помню, вот, когда рекордно, когда 300 с лишним человек личного премиума у меня было, у меня и по общему там как-то было прямо за 1012, что ли, как-то вышло в тот, ну, то есть это реально много было, учитывая, что там Майкер еще стримил, вот. Плюс 300 там как бы, ну, короче, почти 30 тысяч только с премиумов разных было, как бы, что я считаю, конечно, круто, если бы так все время было бы замечательно, но... Не все месяцы такие интересные, не все месяцы, не во все месяцы столько людей много, и турниров не во все месяцы очень много интересных. Так, ну что ж, посмотрим, сработал ли интерфейс твой новый с багами, устраненными там этими. Беломор канал. Ну, 2.7, по идее, должно работать, да, там. Вот, ну, это дело твое, как бы, если тебе удобнее общий брать премиум, бери общий, как бы, сайт хорошо, как бы, от всех, от них, вот, ну, как бы, и как тебе удобнее, на самом деле, потому что, конечно, если ты много каналов смотришь, общий выгоднее, тем более, просто, в общем, есть плюс, что некоторые общие берут, там, не на месяц, а на три, на полгода, там, на год, как бы, да, там, и не парятся. А личный каждый месяц нужно обновлять. Ну что, третья игра. Так, а чё я счёт-то не пропилил? Так, чё я делаю? Во. Всё, наконец-то настроил. Аверс, ну да. Но это уже совсем, конечно, конкретный запар. Вот, ну, действительно, да, как бы. Если уже запариваться настолько. Из кого смотришь, там уйдет. Ну, там реально, как бы, ну, небольшие деньги, как бы. Но в любом случае, если там чем больше людей, тем лучше, да? У Миши потому и так, что у него там процент премиумов очень высок на канале. Тут такой момент, что у меня очень много рестримов, как бы еще вот в чем минус. И, вот если бы у меня всегда стрим из игры был, премиум тогда бы гораздо сильнее решал, потому что на нем качество идеальное, да, как бы, а на рестриме он не так решает жестко. Что здесь, муфлингом, муфовером сейчас? Так, если буквально 2-3 реже 4 канала, то вообще нет смысла общий премиум. Почему? Есть смысл. То есть, если личный премиум 80 рублей, то на 4 канала это 320 получается, да, как бы. А общий дешевле. Тупо как бы будет. Ну что, здесь у нас 3 овера, передроп готовится. Понял ли Showtime, что происходит? Да, кажется, он понял, у него здесь 2 пилона по периметру есть. У Мазеркора сотик энергии будет, то есть будет у него, соответственно, так, здесь блок полный вообще, рампа идет. Нужно уверчаж на мейн, ну все уверчажи нужно на мейн выставить. Да, адептов не нужно туда вести. Так, с мейна, так, гей добавляется.
Шоутайм встречает двумя адептами лингов. На мейн залетают оверы, сейчас с королевами с плюс линги залетают. Дропаются прямо на пилон, на гейт сейчас. Пилон еле живет, или уже не живет. Королева трансфьюзится, линг пытается разобрать, но адепты хороший демедж выдают. Давар в дилков идет, дилки отходят, мишка назад, под пилон. Будет ли шоутайм здесь пилончик, на пилончику верчаш выставлять? Хороший вопрос, пока не выставляет. Здесь нужно от пилонов отгонять, нужно восстанавливать пилоны обязательно на гейтах. Вроде как лингов отбивает шоутайм помаленьку, и королевы падают. Хорошая оборона, готовы к этим врывам европейцы сейчас перед дропом. Уже давно на Европе их отыграли, и моду это прошла даже. Все готовы. Ну что, похоже, шоутайм одну карту отыгрывает. Хотя еще рано говорить, здесь Беллинг Несс пошел. Ну, здесь улын дальше будет идти, соответственно. Два старгейта шоутайм ставят. Адепт старгейты, вот как стиль, которому мне нужно учиться, конечно, отыгрывать. Не то, чтобы он мне не нравится, если честно, этот стиль, но нравится, не нравится, это уже второстепенно. Нужно уметь как бы отыграть стилем каждым. Так, здесь готовится Беллинг Бас, кстати говоря, на второй базе. Королевы еле живут, Мазеркор ни в коем случае потерять нельзя. Беллинги заходят, Беллинг Бас-то жесткий получается. Верчаш на хайграунде по беллингам. Хорошо бьет по беллингам. Верчаш с хайграунда. С удара по 30 хп. Снимает. Королева улетает. Ну все замечательно. У шоутайма я думаю, что он справился с задачей обороны здесь. Блин, ну на самом деле шоутайм играет четко. Что ни говори, он играет хорошо. Но все-таки Солар один из самых топовых корейцев на данный момент. Королева улетает ко второй базе Крампи. Сейчас фениксы вылетят, королевам не поздоровится. Врыв очередной идет. Кстати, пилоны вообще, пилонов нету, которые под ударом бы были. Так, беллинги взрываются. В пилончик нужно еще один оверчаж бы выставить. Тут, может быть, на этот пилон имело смысл. Так, королеву нужно поднять. Этот, который трансфьюзил королеву дохлую сейчас шоутайм. Давар еще зилков адепт идет. Еще есть оверчаж шоутайм, даже его не ставят пока. Да тут и без оверчажа все ясно на самом деле. ГГ Солар пишет. Так, да ты сам можешь в плеере посмотреть, что ты глупишь-то, сколько стоит. Так, всего 70, 79 личный, общий 229 на все, на месяц. На 3 месяца 499, на полгода 899. Год 1690. На год, конечно, выгоднее всего брать, но все-таки это 1690. Ну что, ждем четвертую.
Так, на Сбер мне прилетает. На Дмитрия Владимировича 500. Дима, это ты что ли, или кто это мне тут засылает? Спасибо большое. От души поме за трансляцию. Спасибо за поддержку большую. А нет. Никнейм, пожалуйста, тогда в студию. Спасибо. Нет, это не Димган, не ты. Дмитрий Владимирович, это кто-то другой. Спасибо большое. Пока так добавлю. Да, согласен, Беломор, иконка, то, что пропала, замечательно. Вообще, спасибо тебе большое. Ну что, интрига более-менее появилась. Может быть, Шоутайм сейчас еще и закомбэчит как-то. Ну, мой был прогноз, конечно, победа Солара здесь. Солара ведет 2-1. Так, ну что, гейт. Гейт у нас запилен. Гейт Nexus кибернеточка от Шоутайма. Так, ну вот сейчас, давай, не, вот сейчас, смотрю, у Зерга нормальный лимит показывает, то есть 28, хотя 21, 22 плюс 5, как бы, но, возможно, общий лимит учитывает дозаказанный боевой лимит, а здесь дозаказанный боевой лимит не показывается, вот в чем проблема. С
телефона Канапре можно будет подписывать. Слушай, ХЗ, это не ко мне вопрос, блин. Это все сейчас много всяких моментов обсуждается. Требуют, например, Хэппи тот же перманентный бан, чтобы на все время можно было банить. Там много всяких моментов, короче, требуют. Кто-то хочет, кто-то не может. Там, я не знаю, пробка уже одну потерял, шутаем зачем-то, не знаю. Адепт видит новых лингов, здесь камни не пробиты. И не успеет шоу-тайм камни пробить, между прочим. Солар еще 6 лингов запиливает, если что. Все, мув готов. Линги врываются на вторую базу. Начинает адепта бомбить. Не так-то просто адепта забомбить. Так, а нужно... Не успел продублировать здесь стеночку. Один линк смог у Солара убежать. Но это только один линк на мэйне, что? На мэйне среагировал шоу-тайм. Я уж думал, сейчас пробку он потерять сможет. Вот, ну, нет, пробку не потерял. Здесь линги пытаются на рампу забежать. Ну, тут надо камни убить и не париться вообще. Ну, шоу-тайм решил, зачем его потерять. Одной корой камни убить можно, собственно. И правильно делают. Сбивает овера шоу-тайм, и третий Нексус собирается запиливать. У Сулейр пошел. Здесь он что-то камни грызет, фениксы пролетают мимо. Тут камни этих на мейн залетают. Спорк и тайминг идеальный просто от спора, от Солара. Прилетели фениксы, и спорки проявились сейчас. Три дрона, тем не менее, не помешало забрать. Четырьмя фениксами королеву можно и разбомбить бы было. Не знаю, что там забоялся шоу-тайм. Королеву уничтожить. Так, один дрон заблудился, не туда поехал, был уничтожен сразу же. Так, два роба на третий запилено сейчас. Два роба у шоу-тайма. Обсерверы призму он строит. Почему-то? Почему обсерверы призму он строит? Здесь какой вообще лимит? А, ну хотя здесь только линги, в принципе, у Солара. И особо лимит-то шоу-тайма не нужно. Но что самое интересное сейчас происходит? Чё, кстати, с 5 фениксами 4 гидралов? 3 забоялся даже шоу-тайм. Странно. Самое интересное, что... Самое интересное, что Солар камни по всем направлениям сейчас бомбит. Бля, хз. Мне-то как бы не особо такой бан нужен. Все равно самый упор это как бы они создадут новые аккаунты. Вот, ну, кто хочет выпиливать, как бы. Пролетают фениксы прямо через гидру. Один феникс минус, остальные продемеджились. Но зато шоу-тайм спалил, что тут люра морфится. Это, конечно, для него плюс. Солар тут камни шоу-тайму решил помочь, что ли, пробить, я не понимаю. 161-114 по лимиту, чаш еще не готов. И морклов еще пока не очень много у шоу-тайма есть.
Мазеркор где-то там вдалеке. Филды неплохие пошли сейчас. Оверчаж второй рановато на самом деле с шоу-тайм поставил. Не надо было ему второй оверчаж ставить. Ну, приходит Линга Гидра Люра сейчас, и проблемы очень большие у шоу-тайма. На рампе все падает, везде все падает. Очень сильно от Солара... Блин, а здесь контрдропы идут. Тут нужно ли было контрдропы делать, чтобы лоб умереть? Прямо вот сейчас вот. Пробок больше, всего больше. Так, здесь слишком много Люры. Зарешало то, что Солар камни по всем направлениям пробил сейчас, конечно. Две призмы, причем у шоу-тайма. Вот... Ну, шатателя врубил там на двух призмах, сейчас я тут расконтролю, типа, все. А нужно-то было всего лишь, ну, видел же, что, видел тысячу времени, вообще, тысячу лет, видел, как камни линги эти камни грызут. Почему не был готов? Я не знаю, ну, не просто же так Солар грыз эти камни. Нужно было армию отстроить. Ну, шоу-тайм не ясновидящий, конечно, он подумал, что Солар так на будущее прогрызает, видимо, и... Поэтому армию не подготовил. Собственно, за это его в лоб убивает. 3-1 в пользу Солара. Хоть одну игру шоу-тайм взял. Ну что, на Европу надо смещаться, видимо, будет сейчас. Потому что сейчас будет Смут против Ютермала. Да, Европу сейчас. Ну что, Ютермал против Снута ждем.
Ну что, ребят? На Европе все здороваются. Поздороваюсь тоже, что тут говорить. Начнут сейчас черкать карты игроки. Нужно стрим переименовать, что снут против Ютермала. Достаточно хорошо отыграл, я считаю. Шоутайм по уровню, но все-таки не хватило. Ну что, посмотрим кибетики, что у нас там на кибетике там. Столар завез, конечно, нам все тут. Так, фаворит. Снуд такой дикий фаворит против Ютермала. Ну не знаю, я вижу заманчивым Ютермала, просто очень заманчивым. Его победу. Ну, не могу точно сказать, победит он или нет, но шансы очень хорошие, он ТВЗ очень круто в последнее время играет. Но минус в том, что Ютермал последний, ну, то есть он в Европе, снут его стиль знает прекрасно, как бы. Но стиль у Ютермала необычный очень, на контроль завязанный, Марика-мародеры. Так, не понял я, что за пусть дракона. Честно говоря, я не понял, где там я должен быть на этой картинке. Так, пошел инвайт, спасибо всем.
Привет, спиритолог. Так, Веломур 19, да, запись будет обязательно, но я что-то не замечал, а что там за проблема-то еще просто? Вроде как в прошлой игре показывала лимит. Или там цифры не сходились, я не обращал, просто там то, что разница суммы лимита там рабочих, там просто до заказика, а часть, видимо, она не указывается, я так понимаю. Только когда он готов, указывается уже. Так, а что у нас завтра, кстати, будет происходить? Сейчас завтра что-то вообще ничего не видно. А все, там уже в мае продолжение будет Кунг-Фу Капа. После финала GSL-а. Ну, Кунг-Фу Кап обязательно на Ютубе будет. Потому что это из игры, стрим из игры, я всегда на Ютубе выкладываю. Ну все, наконец-то игра начинается. Ну я бы не сказал, что Ютермал прям настолько ясно, что Снуту сольет. Вот то, что Шоутайм сольет, было ясно, потому что там Солар кореец. Чё ты там, Юр, на лицо насел? Так, JC теперь какой-то тут лагает, и я забыл. Так, на каждом же сервере нужно по новой менять. Кто такой JC?
Игра приостановлена. Игра возобновлена. Покидает JC игру, но в следующей игре нормально будет показываться интерфейс, пока со стандартным посмотрим. 1 мая Зеста, конечно, был финал, и обязан я стримить, естественно. Москаль, привет. Тут к Радугу приставал. Тут тебе к Крису что-то пристаешь. Ну что, риперочек от Ютермала. С одного барака это риперы будут. Да, с одного барака. Барак ЦЦшка. Еще Ютермал на вот таких картах любит и масс риперов отыграть частенько. Так, сейчас будет запилен. А нет, не факта, сначала реактор. Ютермал играет... Играет по-лотовски, потому что, смотрю, частенько сейчас играют по-старому факта, потом реактор на бараке, один марик, то есть факта заказывается марик, потом реактор для гелионов, здесь же сначала реактор, потом факта, но здесь третья ЦЦшечка будет, очень интересно. Игра приостановлена. Лагает у Смута. С собой покидает игру. Игра возобновлена. Ну что, рипер прилетает, харасит. Ну что, рипер на третий станет? Ну и Термал не собирается пока риперка отдавать. Летает тут рядом с мейном. Мув у Смута не готов. Сейчас, кстати, готов будет. Мув, кажется, он собирается зажимать этого рипера. 4 линга полетели вниз. 4 сверху. Нахуй, даже больше, чем 4. Запрыгивает Ютермал. Понимает, что рипер уже не жилец. И он действительно уже не жилец. Хотя вот сюда бы, вот сюда спрыгнуть и потом обратно наверх запрыгнуть, как вариант, можно было попытаться. Ну что, три марика есть у Ютермала, Смут пытается забегать сейчас сюда, но стеночку Ютермал очень четко быстро запилил сейчас. И первые два гелиончика готовы, есть лаба на бараке, можно запиливать сейчас стимпак уже. Увел все на хайграунд Смут почему-то. Ой, Юр, ты лепишь-то, где научился? Признавайся. Так, а что потеряно-то было? Не знаю, что потеряно, там, по-моему, рабочий погиб еще. Приезжает Ютермал с 4 гелионами, уже дрончик одного минусует. Так, линги куда-то наглеют, тут вырываются.
симпатчик здесь пошел. Здесь что-то нагловато, конечно, Ютермал сейчас третьей ЦЦшкой уже перелетел, если честно. Здесь овера Марики принимают, 1-1 у Ютермала, третий уже на третьей базе добывает. Так, здесь Гелена врывается к Снуту на третью, залп по лингам идет, линги все в мясо демеджены. Ну, несколько лингов Ютермал здесь бревает и уезжает назад, и два дрона даже унесло с флешем. Кот и Роучи вперед пошли, да? Максилнагу выводит Снут одного Роуча. Нужно Гелиончиком уехать. Ну, тут нормальный. Водила шаристый сидит, уезжает, ну куда-то не туда. Поехал в наглую к Зергу. В итоге развалили Роуча, заплевали Гелиончик. Гелионами пытается Ютермал с другого направления к Снуту ворваться. Что из этого получится, я не знаю. Но, кстати, неплохой врыв идет. Залп 3 дрона минус. Залп еще дрончик минус. Снут выводит дронов, чтобы подбиваться. Ну, это может быть ошибкой. Хотя, ну, 6 дронов потерял, 4 гелиона отдались. Ну, 6 дронов, в принципе, по рабам вообще одинаково. У Термала 3, грейды раньше, все раньше. У Термала вообще великолепная в этой игре пока что ситуация. Бункера все прикрывают хорошо. Медиваки так. Это первые медиваки. Да, первые медиваки строятся. Стим готов, щиты тоже скоро будут готовы. А что армори? А у армори тайминг идеален практически. Я бы сказал, идеален раньше. Пусть лучше раньше, чем позже. Это китайцы там лагали, на самом деле. Что, двойной дропчик полетел? Сейчас Ютермала 15 смариков в нем сидит. Здесь линк пробегает, Гелиона пытается выбить. Не очень-то у него получается. Как-то нагловато. Нет, нормально. Вне рейнджа оверчажа летят медиваки. Куда? На мейн полетит, интересно, Ютермала? Или четвертую будет отменять? Четвертую решил отменить Снуту сейчас. Фаерболов Снут накидывает. Четвертую хату успел отменить. Здесь марики пытаются реводжеров поубивать побольше, пофокусить. Хороший фокус, кстати, реводжеров был. Много реводжеров отфокусил Ютермал. Выгодно разменялся, как по мне. Ценных юнитов убил, на мариков разменял. И медиваки не потерял, что самое главное. Полетел дальнейшие дропы. Марика мародеры у Термала, как и раньше, он отыгрывает, собственно говоря. Ну, против, кстати говоря, Роучи Реводжеры, по-моему, идеальный вообще вариант для Ютермальчика. Марика мародеры. Так, Снут ли... Так, летает Ютермал, что-то развозит мариков туда-сюда. На третий даже газ пока не добывает. По лимиту Снут в плюсе сейчас на данный момент. Фугасы есть. Фугасы отсутствуют, но Ютермал видел, что фугасы отсутствуют. Заказывает фугасы сейчас. Королева уничтожена, можно просканить, например, крипа убить. Но здесь Микос, кстати говоря, есть. Так, разводит Ютермал тут инфесторов на Микос. Минус инфестор один еще пытается забрать дронов. Дронов не забрал. Скан здесь криптумеры выбиваются. Пока Ютермал работает четко очень здесь. Да, так, 0-0. Считаю, что Ютермал тут должен затащить. По первой игре видно, что неплохо отыгрывает, но возьмет ли он весь матч, хороший вопрос. Ну, кстати, Микос плюс фаербула будет единственный момент. Нужно бы, конечно, Ютермалу танки добавлять. Вот знает, наверное, Снут про его стиль, вот это тут чистое био. Если все будут игры отыгрывать, так Ютермал, Снут ведь и подстроиться может. 2-2 сейчас будут готовы грейды, выход бы Ютермальчику сделать. Вот выход пошел сейчас. Можно части мариков из бункера было бы высадить. Ну, Ютермал решил оставить для надежности. Мародеров несколько плюс марики забыто на мейне, кстати говоря. Сейчас нужно бы взять все. Ютермал берет сюда, берет все вперед. Точку сбора нужно переставлять уже к Снуту туда. В атаку нужно ставить точку сбора. Сканет Ютермал, прекрасно видит, где Снут находится. Пошла атака с разных направлений. Фаерболы падают, Микос... Микос Снут не выкидывает, Реводжер падает, 170-183, заходит Ютермаль сейчас. Будет Микоза от Снута. Пока не наблюдаю Микоза, вот Микос пошел, хороший Микос. По медивакам фаерболы попадают, по био-юнитам попадают. Посмотрите, сколько много Ютермала здесь. Пытается инфесторов отфокусить, но Снут протрансфьюзил. От Микозов Ютермал уворачивается, чуть отдали им замес. Потери совсем не в пользу Снута. Кажется, это 1-0 в пользу Ютермальщика. Очень хорошее исполнение демонстрирует сейчас этот тиран.
Что, медиваки лечат? Термал бьется. Минус нут. 1-0. Сможет ли термал весь матч затащить? Это, конечно, вопрос уже. Я думаю, вполне может. У Смута 2-2 грейды доделали. Смотрите, потери уже двукратное преимущество в пользу Ютермала по потерям. Прирост идет через центр, заходит сюда марики, мародеры новенькие. 2-2 роучи реводжеры. Медиваки сейчас Смут минусует фаербольчиками новыми, но все-таки разваливается. Very well played, говорит Смут. Не знаю, с сарквазом или нет. Какого оверчажа? Принося АПМ, у Смута 401. Ну, у Смута до заказа и у Термала, конечно же, просто АПМ. Не знаю, кто это такой. Может, из стримеров кто-то, не знаю. Ну что, Ютермал 1-0. В смысле? А, без смысле. В смысле Смут то написал. Ну да, Смут обычно не пригорает, как бы вообще. Так, Дим, запись будет, но запись будет не сразу после игр. Почему? Потому что на YouTube я буду заливать, соответственно, не сразу. Из баночки, что ли, попить? Воды нет, на воды принести, ладно, после этой игры принесу. Так, интересный расклад сейчас происходит. Посмотрите, что делает Ютермал. А, в Невижен Оверчаже Азилнаги. Ну, конечно, оговорился. В Невижен Оверчаже они не пролетали.
Ну, запись будет, по идее, недолгая, поэтому, я так думаю, сколько там, пару-тройку часов, она быстро на YouTube выложится и обработается. Снут играет без разведки. Так, и просьба без транслита, конечно, действовать. Ну что, бункер ставит, Снут здесь. Ой, тюрьма, простите. Снут королев строит. Прилетает рипер, коцает дронов очень спокойно. Его подкинула, беднягу. Ну, Снут идеально тут все на газы расплечивает, на спорке. Бункер готов уже. Лингов надо минусовать. На мейн Снут летит, блин, что я все путаю-то, Снут и тюрьма. Тюрьма, конечно, на мейн врывается. Два КСМа здесь есть. Ну, КСМ им нужно в бункер уже сесть. Проблемы у Снута гигантские, я вам скажу сейчас. Просто гигантские. Так, КСМ-ку на бункер отведи же. Королеву решил Ютермал забрать с КСМ-ками плюс риперами. Забирает моментально ее. Мува у Снута еще нет. Дрончик минус. Бункер можно было и отменить бы на самом деле сейчас. Ютермальчик это. Так, граната кидается на лингов. Хорошо. Как хорошо Ютермал контролит, конечно. Гранат по лингов, еще гранат кидается под королеву. Лингов просто ваншотит сейчас. Уничтожает, по-моему, ютермал Снута. Хотя сейчас может ошибка какая-то последовать, и будет печально все. Королева еле ушла сейчас. Просто унижение происходит, по-моему. Так, еще одна королева выходит. Муф лингом готов. Дроны взрываются, линги взрываются. Снут вынужден рабочих брать вперед. Риперов сплитит Ютермал просто царски. Королева трансфьюз у нижней был сейчас. Как Ютермал контролит? Он просто по... Ну, Риперы и Ютермал это просто... Это просто жестко. Потери откроем просто. Смотрите на потери по юнитам. ГГВП пишет, ну, смотрите просто на потери. 2-0 Ютермал. Я же говорю, Ютермал Снута потащит изи. То, что там Снут выиграл Зеста, ну вы поняли, что там было по ходу. Зест что-то подрасслабился сильно. Чересчур сильно булочки подрасслабил свои. Ну, кстати, Снут может и камбэчнуть. Ну, банка с перебором. Ну что, ждем инвайтика. Цифра левая или лимит рабочих вместо бага. Пока, блин, я всю игру смотрю и не могу отвлечься на боевой лимит никак, чтобы посмотреть, действительно ли там что-то не так или все окей. Сейчас я проверю, у меня, по-моему, новая бутылка есть там на балконе. Да, водичка есть, это ништяк. Потому что хочу я чуть попить ее.
Ну зато, кстати, для Ютермала минус в чем сейчас? Стратегии-то у него фактически кончились. Что он еще? Ну, Риперов с мейна может сыграть. То есть, кроме того, как он играл бы вот это био и вот такую тему, я бы что-то от него ничего не видел особо. Ну, исполнение, конечно, на высоте. Вонючий тизерок. А это Джойс пишет. Интересно, подумал ли об этом Снуд. Так, через одного барак, через один барак Риперов играет Ютермальчик. Ну, в принципе, то есть Снуд играет в основном Роучи Реводжеров, и, ну, Снуд может, правда, и Милишной сыграть, но Марика Мародер, вот эти ютермальские, они против Милишных работают вполне, кстати говоря. Ему бы еще бы добавлять минки бы к этому, так вообще бы он бы убивал бы. Так, видится, три семерки, не понял, при чем здесь ПВП-Зеста и GSL. Да, это не банка, пьют они не из нее. Если бы из нее бы пил бы, это был бы уже, конечно, крутой бы скилл тогда. Спасибо, ВНТСК. Всем привет, ребят. Напомню, что Кунг-Фу Кап идет. Но если сейчас Кунг-Фу Кап кончится в ближайшее время, вот, то я немножечко FP, наверное, сыграю еще. К часам к 6 буду точно закругляться, наверное. Десять лингов строит Снуд сейчас, кстати, с Мумом. Ну и термал камни пробивает, уже больше половины хп сбито. Все, муф у лингов готов. Риперам нужно уходить, пытаться куда-то на хайграунд. Что и термал сейчас и делает, кстати говоря. Снуд собирается зажимать. Да, зажимает, пытается рипера. И термал понимает, что нужно сваливать, пытается уйти. Куда нужно? Вот сюда попытаться, да, свалить. Не успел, к сожалению, свалить, но... Камни пробиты, и третья ЦЦ-шечка уже у Ютермала ставится. С нутлингами прибегает, поздно. Так, и запилен медивак, то есть это танк Харас будет, или что это будет, я не понимаю пока. Стимпак уже заказан, билд очень интересный, Ютермал все сейчас заде... Блин, вот нравятся мне билды, конечно, Ютермала и исполнения, то есть все задефил сейчас, во-первых. Во-вторых, ранний Steam, в-третьих, ранняя третья ЦЦшка, ну не подкопаться пока. Ну что, Ютермал, танчик-то будем контролить, нет?
Королева уже ушла на хайграунд туда. Криптумор ставится, уже криптумор бы минуснуть. Криптумор ее термал минусует сразу же практически. Ну что, не дает снуту крип распространять. Скан на мейн. Лейера еще нет, только хатка обычная. Ну ё-моё, залп бы по дронам дал, минус 2 дрона бы было, скажем. Не дал залпа. Дроны в итоге нормально приезжают. 1-1 грейды пошли уже. Бараки на реакторе. На старпорт реактор ставится. Инженерка грейды делаются. Оборону не так много, разве что у термала. Но летает, харасит, тем не менее, понемножку. Криптумура замечательно выбивает, сейчас просто не дает смысла крип нормально распространить. При этом и развиваться не забывает. Пострелять немножечко и термальчику. Снут не контролит свой мейн абсолютно сейчас, обратите внимание. Есть зона глухая, темная сейчас. Дропают свою термал, скан пошел, пул заберет сейчас. Ну, газ надо забрать, наверное, что тут еще можно забрать. Ну, пул газ забрал, конечно, так себе дэмэдж. Ну, зато снут некоторое время не добывал в итоге ресурсы. Так, в этот раз армори тайминг не такой идеальный, как в прошлый раз, но практически идеальный. Можно грейды заказывать сейчас. И кто-то лагает. Кто там лагает, ребята? Не знаю, кто лагает. Оверы сплетятся во всей карте. Танк. Перехвалил ее термала, взял танк сейчас, отдал на ровном месте. Здесь у нас улетают оверы. Так, оверы с мун, точнее, медиваки улетают. Здесь у термал пытался подхарасить, ничего не вышло. 2-2 грейды делаются, бараки добавляются. Опять такой же стиль абсолютно от ютермала идет. Будет врываться на четвертую. Там, да, будет врываться на четвертую. Здесь ходит рядом со снутом. Стимпач самарики видит ютермал прекрасно роучи. Загружается, улетает, видит нигде особо не подхарасить снута. Передроп на ХГ пошел еще тут оверов отгоняет немножечко. Так, можно залететь, например, вообще массовый дроп на мейн, например, сделать. Ютермалу было бы попытаться. Ну, пока что-то не спешит. Подрезает овера тут. В районе второй базы от фаербола поворачивается. Ну, там криптуморы свои сбривает, смотрю. Везде ютермал контролит хорошо. Мультитаск на высоте. Все на высоте пока. И инфесторы у снута пошли, но по грейдам опять же отстает. По лимиту, правда, ютермал немножечко отстает сейчас. 10 мариков, 3 мародера за раз продакшн. Нужно брать все вперед, идти ютермалу, видимо, соединяться, уже выход какой-то делать единый. Так, дропчик сверху, дропчик на ксилнагу. Камни ютермал пробивает свои. Био все больше и больше. 196 снута на 171 ютермала. 59 мариков, 6 мародеров. Мародеров как-то маловато пока в миксе. Тут 26 роучей и 9 реводжеров. 12 королев, правда, и уснуто. Нифига себе, королев сколько много. То есть трансфьюзы будут. Ютермала все больше и больше. И ютермал 2-2 тайминг хочет использовать сейчас идеально. Против снута, опять же. Сплитит био свою. Сканит, видит, снут отступает назад. 2-2 сейчас грейды будут готовы. 3-3 закажет ютермал сразу по КДшечке. Вообще ресурсы есть. И лимита 200 уже есть. Так, криптуморы можно выбивать сейчас. Мехоза пока не кидает снут. Ютермал подходит ближе.
Кан очередной пошел. Да, на 2-2 будет прессинг сейчас, опять же, 200-200 по лимиту. Очень многое зависит от сплитов, от контроля Ютермала. И желательно напасть, пока уснуто нет 2-2 грейдов. Ютермал смещается, частью врывается на вторую. Все, нужно замес принимать бой. Замес пошел. Микозы замечательно от снута кидаются, но Ютермала юниты дерутся очень жестко. Врывается. 170 на 120, минус нут, говнище-то в какое? Просто избивает Ютермал снута, 3-0, как и Депарчу. Хорошие билды А вы мне не верите, что Ютермал победит. Я, конечно, не предполагал, что 3-0, но я думал, что Ютермал победит снута с хорошим запасом по картам. Потому что если бы вязкая партия была, то, скорее всего, снут бы победил бы. Вот тебе и Ютермальчик. Блин, жаль, нереальные деньги впилил. Правда, если бы реальный впилил бы, уже бы в жестком минусе был бы за все время, наверное. ГГВП пишет, ну, 3-0, изи. Изи-пизи. Стоп-старт делаю, ребят.